Но самое главное, заранее предупреждаю всех посетителей, не расстраивайтесь. На все мероприятия попасть не получится. В одно время идет несколько мероприятий. Это сделано специально, чтобы каждая группа под себя собрала свою программу. То есть, кто с детьми, они пойдут на одну программу. Молодые люди, может быть, на другую. Кому интересна одна тематика, они пойдут на третью. То есть, вот в таком формате будем работать.